Практика бюджета как раз является поставщиком этой информации. И она должна быть действительно качественной и должна способствовать принятию эффективного управленческого решения. Да, и мы, как исследователи, всегда держим это в уме, когда вы к нам приходите, да, с каким-то, например, какой-то задачей. Поэтому те методы и подход, которые мы выбираем, особенно для исследования этого феномена, как финансового поведения, должны быть адекватны.